Гостиницы и отели Анапы обяжут платить курортный сбор. Минэкономразвитие совместно с представителями гостиничных сетей, Российским союзом туриндустрии и регионами подготовят предложение по модернизации эксперимента по курортному сбору с 2025 года. Соответствующие поправки в налоговый и бюджетный кодекс внесут буквально на этой неделе на рассмотрение Минфина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Объектом налогообложения станет количество номеров в гостиницах и отелях. А вот размер ставки будет устанавливаться субъектом. Базовая ставка составит около 65 рублей за один номер в сутки, то есть 6 тысяч рублей в квартал. Одновременно субъектам дается право применять понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от сезонности и заполняемости средств размещения. Региональные власти могут снизить, ну или обнулить налог в низкий сезон. Напомним, деньги, собранные за счет сбора, будут направляться в бюджеты муниципалитетов, где смогут тратиться на создание, ремонт, реконструкцию объектов туристической инфраструктуры и туристического показа, создание парковых зон, пешеходных, велосипедных дорожек, строительство фонтанов. А я напоминаю, что партнер выпуска «Фермерский двор». Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104.